Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, на что стоит обращать особое внимание при выборе хомяка. Хомяки – одни из самых милых и легких содержаний домашних животных. Они идеально подходят самым разным по возрасту, темпераменту хозяевам. Однако, прежде чем этот грызун попадет в дом и станет полноценным членом семьи, будущему владельцу хомяка нужно будет найти именно своего питомца среди других. Каких правил стоит придерживаться при выборе хомяка? Попробуем разобраться. В первую очередь определитесь с видом хомяка. Он должен соответствовать вашему характеру и образу жизни. Например, самыми спокойными хомяками считаются сирийские, а самыми активными – хомяки Роборовского. Если вы хотите завести себе не одного, а целую группу грызунов, обратите свое внимание на русских карликовых хомяков. Они хорошо чувствуют себя при содержании группами. А вот даурские хомяки, наоборот, являются одиночками и сложно уживаются с себе подобными. Покупайте хомяка только у проверенного заводчика или в магазине с хорошей репутацией. Перед приобретением обязательно обратите внимание на то, в каких условиях содержится животное. Клетка грызуна должна быть чистой, со свежей водой и кормом внутри. Сами животные должны быть ухоженными. Попросите перед покупкой разрешение подержать хомяка в руках. Грызун должен быть ручным. Здоровое животное с хорошим характером не будет испытывать стресс из-за того, что его берут на руки. Оно также не станет кусаться и вырываться. Признаком спокойствия хомяка, которого взяли на руки, является то, что зверек с интересом осматривается и обнюхивает вас. Особое внимание обращайте на внешний вид животного. У здоровых хомяков всегда блестящий мех, ясные глаза, чистый нос и рот. На теле зверька не допускается колтунов шерсти или опухолей. Также у здорового хомяка не может быть проплешин и переросших зубов. Заранее определитесь с полом животного. Так считается, что самки хомяков намного агрессивнее самцов. Кроме этого, специалисты рекомендуют заводить грызунов одного пола, если вы решили поселить в одной клетке не одного, а сразу нескольких хомяков. Таковы основные правила выбора хомяка. Следуйте перечисленным советам, приобретая этого очаровательного и забавного грызуна. Так вы сможете обезопасить себя от покупки неподходящего вам животного. О других интересных правилах выбора домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!